Доброе утро, точнее, добрый день, друзья! Здравствуйте всем! Всех с наступающим Новым годом! Привет, добрый день, могилевчане! Сегодня 30 декабря, и мы вот в составе «Просто утро», утреннее шоу на волне радио Могилев, решили, что Новый год наступит ровно в 12, именно 30-го. Почему? Потому что у нас сегодня большая... Радио Могилев и шоу «Просто утро» сделало доброй традицией в конце каждого года устраивать в студии радио Могилев небольшой кулинарно-музыкальный капустник. И вот, в канун 2017-го мы выходим в народ для того, чтобы поздравить всех с праздником и подарить подарки, а также найти победителя конкурса «Спой за ноутбук». Традиционно «Просто утро» готовит новогоднее блюдо под руководством шеф-повара Валерия Воронецкого. Они долго шли к этому 30-летию. Валерий, что сегодня будем есть? В чем изюминка блюда или изюм уже в блюде? Будем готовить курник, король пирогов. Вот сейчас к тебе придут гости, вы будете вместе готовить, правильно да, я понимаю? Да, отлично. Гости мы будем предлагать им готовить по одному из ингредиентов, и они будут готовить. Земли, и я не близко тоже. Сегодня «Просто утро» разыграло еще и много подарков. Большое количество человек принимает участие в конкурсах, танцует практически вся Ленинская, танцует, поет и получает хорошие подарки. Ребята настолько хотят выиграть суши, что на Ленинской начали танцевать. И вот за нашей спиной одна из этих пар. В начале декабря на радио Могилев стартовал конкурс «Спой за ноутбук», в котором предлагалось записать видео, сидя в автомобиле и слушая радио Могилев на мобильный телефон или регистратор. Большое количество заявок прислали и прямо сейчас мы узнаем, кто же станет счастливым обладателем ноутбука. Пойдемте. Всем доброй ночи, у нас 96.4 FM. Захар, что за радио ты слушаешь? Мы слушаем самое лучшее радио этого города. Радио Могилев. Молодежь, за привет не забывай. Держи. А вот и победитель конкурса «Спой за ноутбук» Сергей. Расскажите, что вы пели? Может быть, спойте, чтобы мы удостоверили, что это вы и ваш голос. Если честно, я уже забыл, что я пел. Было столько много песен. Мы так долго сидели в машине, ждали ту единственную, которая нам подойдет. Новогоднюю песню номер два. В общем-то, сейчас мы и увидим этот ролик. Привет всем! Сегодня мы хотим побороться за самый крутой приз от самого крутого радио Могилев. Вот-вот наступит Новый год, и у всех новогоднее настроение. А чтобы не терять его, слушайте треки радио Могилев. А вот и наш трек. Нашего города. Всех с наступающим! Всем пока! Всех с наступающим Новым годом! Ура!